Дубай известен своими небоскребами, роскошным шопингом, ультрасовременной архитектурой, оживленной светской жизнью. Но вдалеке от пятизвездочных гостиниц, пляжных клубов и многоквартирных домов находятся пригородные кварталы с множеством обитателей. Квартал Дубай-Хиллз построен строительной компанией MR, одной из крупнейших в городе. Он напоминает город в городе площадью в 11 миллионов квадратных метров с 1000 квартир и усадеб, школами, больницами, гипермаркетом и полем для гольфа. Я живу в Дубае уже 26 лет и имела жилье в самых разных кварталах. Я всегда ищу место, где доступны услуги и удобства, облегчающие жизнь. И все в шаговой доступности. Но в том, что касается недвижимости, я также обращаю внимание на возможность удачно вложить деньги. Мне нужно что-то такое, что всегда можно будет продать. Поэтому да, я считаю, что Дубай подходит по всем критериям как место, в котором я хотела бы жить. Мы не так часто выезжаем из дома и не ведем насыщенную светскую жизнь. К нам сейчас в Дубай приезжают много гостей и говорят: «Здесь все привычно, похоже на то, как у нас. Мы просто сидим за столом и обедаем так же, как обычно мы делаем в семейном кругу по воскресеньям». С расширением Дубая спальные районы раскинулись от Дейры до Джебель-Али, который тянется вдоль моря в направлении пустыни. Квартал Джумейрах Виллаж Сёркл, или GVC, строительство которого началось в 2005 году, покрывает территорию площадью свыше 850 гектаров. Она застроена усадьбами, таунхаусами и многоквартирными домами. По всему городу возникли такие вот центры, где могут встречаться друг с другом жители кварталов. В последние годы мы наблюдаем рост числа жителей в пригородах, и важную роль в них играют такие вот центры. Мы изучили, какие рестораны и бары могут пользоваться спросом у жителей нашего квартала, и выбрали легко доступное для всех местоположение, куда люди могли бы приходить целыми семьями. Я считаю, что инфраструктура в Дубае очень сильно развилась, особенно в связи с проведением Всемирной выставки. Поэтому в те пригороды, которые еще недавно казались отдаленными, сейчас можно легко добраться. Кроме того, многие люди решили переехать из квартиры в таунхаус или жить в усадебном доме. Таким образом, эти пригороды стали очень популярны у семей. И не только в JVC, а и в других пригородах Дубая у соседей начало формироваться чувство общности. Джумейра Айлендс — это закрытый жилой комплекс. Усадьбы на нем сгруппированы на 46 островках, окруженных озерами и лугами. Здесь живут 8 тысяч человек. У них есть свой супермаркет, клуб и места для отдыха. Не у всех есть в шаговой доступности спортивные залы, бассейны и рестораны. Но многие считают, что экспатам, живущим далеко от друзей и семей, иметь такие удобства очень желательно. Местные жители считают, что это их место. Они чувствуют, что Джумейра Айлендс им принадлежит. Вы увидите здесь в любое время либо молодых людей, либо семьи с детьми, потому что здесь есть все, что нужно для любого возраста. Шила переехала сюда после того, как ее семья стала больше, и ей понадобилось больше пространства. Мы приехали сюда, когда нашей дочери исполнилось 3 года, толком не зная, что нам нужно. Здесь мы оказались в месте, где много скверов, много пешеходных дорожек, много природы, а также, например, клуб. У нас здесь есть павильон с целым рядом ресторанов. Здесь вы чувствуете себя частью общности. Это чувство очень важно для детей. У нас в WhatsApp есть группа только для матерей дошкольников. Таким образом, я познакомилась со своими лучшими друзьями. Думаю, что это очень важно. В Дубае много известных, знаменитых и неповторимых кварталов, но быстрее всего растут кварталы в пригородах, так как в них хочет жить все больше народа.